История противостояния «Динамо-Курск-Надежда» самая длительная в российском женском баскетболе. Ей 6 лет. Она насчитывает 29 очных встреч и 20 наших побед. Но в этом сезоне «Динамовки» сильны как никогда. Они обыграли чемпионок страны УГМК и в премьере, и в Евролиге. Стали вторыми в гладком первенстве. Но главное, выиграли Кубок России. Причем сделали это в Оренбурге и в полуфинале победили «Надежду» 76-71. Личные встречи в минувшем чемпионате. Дома в ноябре «Надежда» выиграла у «Динамо» 65-61, а в конце января в Курске проиграла 59-65. В четверг первый матч полуфинала и у «Динамо» преимущество своей площадки. Я не могу каких-то прогнозов строить. Я единственное имею очень сильное убеждение, веру в положительный результат. И поверьте, все игроки, они тоже, конечно, настроены на положительный результат и будут бороться, независимо от того, есть ли там преимущество площадки или нет. Но будем выкладываться на всю, как в прошлом году. Вторая встреча полуфинала в воскресенье в СКК Оренбуржье. Анатолий Евгеньевич, новости дня.